Здравствуйте, это программа «Знаем русский». Каждый раз, когда в доме моей бабушки случалось что-то необъяснимое, будь то таинственное исчезновение вещей или откуда-то слышались странные звуки, это объяснялось проделками некоего суседка, который обитал в Гопце. Кто же такой этот таинственный суседка? Спросим у наших земляков. Вы знаете, кто такой суседка? Нет. А предположить можете? Нет. Суседка? Да. Так, значит, суседка – это типа домового. А где он живет? Суседка где живет? В закромах. В кладовках. Который дома, наверное, живет, по углам прячется. По углам? Да. Кто он? С печкой. Ну, домовым еще его называют. Это или сосед, или как типа домового. Я слышала, но я что-то не помню. Суседка или соседка? Суседка. 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 Курица на яйцах, наверное. Не, правда, это какое-то старое слово, суседка. А можете предположить, кто это? Может, сосед? Суседка, знаю, домовой. А где он живет? Он за печкой. Мы переезжали, короче, с адреса на адрес. Брали большую рукавицу, ставили к печке. Домовой, батюшка домовой, поехали со мной на новую квартиру. Да. Да, суседка – это имя домового, которое в нынешнее время услышишь нечасто. Антонита Смолина расскажет про это слово подробнее. Толковый словарь забытых и трудных слов русского языка говорит, что слово «суседка» произошло от прославянского «су» – «против», «рядом», «вместе» и «сед», «сидеть». Суседка называли домового. Например, у Ершова в «Коньке-горбунке» есть такая строчка: «Он ни жив, ни мертв лежит, сам все в дырочку глядит, ждет суседки». В нашем диалекте это слово употреблялось довольно активно. Суседушка-атаманушка называли хозяйки домового, желая задобрить его. Верить или нет в наличие в вашем доме суседка, решайте сами. Загляните в Голубец, может, он как раз там. И если встретитесь с ним лично, пришлите нам его фото. Впрочем, есть гораздо более полезное занятие, чем общение с потусторонними существами. Например, изучение родного языка. Это была программа «Знаем русский», и я Максим Тятов. Магазин федеральной сети 220 вольт – один из крупнейших операторов электроинструмента и расходных материалов к ним. Отличный выбор инструмента для дома, дачи и ремонта вы найдете по адресу: город Великий Устюг, улица Красная, 134, телефон 226-08.